это с эмблемой Спартака. Вот. И здесь есть подписи такие, то есть тренерского состава. Получив подарок, Анатолий Зорин не стал дожидаться Нового года, распечатал пакет, и у парня сразу поднялось настроение. Я занимаюсь футболом около 3 лет, и мяч у меня порвался, и бутсы у меня давно не было. И вот, решил заказать. Бутсы оказались в пору, да и мяч настоящий, футбольный, с личными автографами знаменитых игроков. Удержать эмоции в такой момент сложно, хочется одного поскорее оказаться у ворот. Кроме Толи, сегодня сбылись мечты еще у 3 жителей Когалыма. Причем в чудо поверили не только дети, но и взрослые. Например, Надежда Михайловна. Она хотела встретить Новый год в новом платье. Ее желание исполнил Николай Пальчиков, глава города. Стать волшебником может каждый когалымчанин. Для этого надо позвонить по номеру 76270. Вам подскажут, у какого окна сидит человек с верой в чудо.